Здравствуйте, мои дорогие! Российский стендап-комик Павел Воля предложил Ольге Бузовой вести Comedy Club, а трек из юмористического шоу попал на YouTube. Павел Воля обратился к Бузовой со сцены Comedy Club, приравняв ее к русскому феномену. Он напомнил, что выступление Бузовой на ВК-фест вызвало бурный ажиотаж у всех посетителей фестиваля. Поэтому Бузовой просто необходимо идти в президенты, считает Павел Воля. Бузова станет президентом. Я вам клянусь, вы похожи с Путиным. Ты и Путин, вы оба из Питера. Оба в Москву приехали на работу. У обоих в тандеме слабый напарник. Бородина, извини. Вы оба в разводе, вы оба работали в подчинении Собчак. Все сходится, обратил внимание Павел Воля. Потом Воля показал фрагменты с первых выпусков «Дома-2», где Ольгу хотели выгнать из телешоу. Однако за девушку вступился Евгений Крыжановский, и она осталась на проекте. Воля попросил зрителей запомнить этого мужчину, потому что он враг государства. Но на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока-пока!